Радио Европа Плюс. Доброе утро. Что-то летает. Ангел летает. Ну, правда, встань, посмотри, а. Леш, ну, встань, посмотри. Как же тебе это люблю? А кофе мне не принесешь? Кто бы за меня на работу сходил? Ну, так всегда. Бандя, Глазунов, Репин. Вон, телевизор не работает, между прочим. Автоответчик тоже. Все, позвоню Вите, пусть он приходит, все отремонтирует. Ван Гог. А, помнишь, ты вчера хотел телевизор выбросить? Ну? Вот и сегодня я его и трахну. Молодец. Молодец.
Здрасте. Держи, только не урони! Играем на Костелло! Кто уронит, тот Костелло! Коньячку, у меня печень. Печень — это правильно. Печень. За печенью надо смотреть. Первый, я седьмой. Как слышно? Пожар в правом двигателе. Ты бы лучше стишок прочитал. Иду на посадку. Командир корабля Кирилл. Стоп. А теперь 100 набери. Проверять так проверять все. Мы на Таити. Если хотите, туда звоните. В общем, если что-то хотите передать, вас запишут на шоп-тат. Хорошо. А то все Виктор, Виктор. Ну, пойдем. А телевизор? А телевизор завтра выбросим. Ой. Опаздывайте, Александра Михайловна. Опаздывайте. Что делать? Конечно, конечно. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Доброе утро, Александра Михайловна. Угу. Привет. Привет. Я же вам повторяю, какая химчистка. Это центрально-адресно-справочное бюро. Не звоните сюда, пожалуйста, больше. Здрасте. Ой, напугал. Что в Баку? Папка красная или пурпурная, через 2 дня должна быть там. Это самый последний, крайний срок. Иначе неустойка. Сами понимаете, что будет. Ну, а что за девушка с тобой оказалась? Так, прикрыл.
обиделся. Если она стукачка окажется, я накажу тебя. А нет, я... Рожа мне твоя не нравится. Не пьешь. У меня же печень. Ах, печень. Ну, печень – другое дело. Да. Так. Так, так. Девушку не трогать. Дурачье. Леша! К телефону! А кто? Самсонов какой-то. Ну ты что? Дурочка, смотри же лучше. Да не, не так. Так. О. Жур, к телефону! Сейчас. Сейчас! Ой, о! Ой! Что ты делаешь? Ой. Ну ты корова. Так он только что позвонил. Взял да пригласил. Ну, не знаю, но ненадолго. Ну, которому своих два шедевра продал. Да, меценат. Что? Жора! Кирилл, опять альбом трогал? Выпарю. Шура, а мы вообще-то опаздываем. А мы уже опоздали. А давай не пойдем? Какая красивая царапина. Убил бы всех твоих водителей. Ты когда зеркало перевесишь? Завтра. Да? Да, добрый вечер, Эльдар Романович. Да. А мы вас уже ждем. Сработало. Это мы с папой делали. Ой, молодцы. Вместе точно. Да-да, мы уже мчимся. Да, выходим. Да, кстати, Алексей Иванович. Да. Раз уж я вам позвонил, прихотите с собой папочку. Папочку? Ну, ту, пурпурную. А, да-да-да, конечно. Хорошо. Ну, не задерживайтесь. Да, мы уже едем, все. Кажется, здесь живет наш маг-чародей. Угу. Козел. Добрый вечер. Ну, наконец-то. Иди.
Вы думаете о Савелии Петровиче, который сказал, что поехал в командировку, а сам полетел в Петрозаводск? Как? Опять? О, Боже. Да? Ну, наверное, Днепродзержинск, да? А еще вы думаете, что у маленького Павлика стригущий лишай? Как у Павлика? У Павлика, у Чарлика. Это у Чарлика хвост обрез. Ну да. Ой, господи, да что это с ним? Ну-ка, на, выпина. Ты чего? На. Знакомьтесь, это Шурочка. То есть, простите, Александра. А по батюшке? Михайловна. Александра Михайловна. А это Алексей Иванович. Он у нас живописец. У меня есть его несколько работ. За то, чтобы с нами ничего не происходило. Согласен? Согласен. Меня, например, сегодня чуть не убило. Сейчас? По дороге? Да нет, на работе. Грузовик поехал, я, как видите, увернулся. Ну, Алёш, я надеюсь, ты папку в прихожей оставил. Я её что-то не заметил. Нет, дело в том, что... Это мой сын. Ой, извините, пожалуйста. Чего, ничего. Я не знала, извините. Я действительно мог быть уже рядом. Спасибо большое. Мне понравилось, ты хорошо играешь. А мне не очень. Почему? Знаете, очень многое зависит от инструмента. Тресель. Что? Тресель — это марка рояля, очень редкая. Конечно, его не сравнить с этим, и все-таки. Мне кажется, Лёва, что твоя левая рука сегодня слабовата. Кто это у пианино спит? Без Осипова я больше за него не сяду. Пусть на нем дядя Виталий играет. А Осипов — это наш настройщик. Он настраивает самому Риктору. А там изба покосилась. Стекла выбиты. Стекла. Выбиты. В колодец заглянул. Там на гнилых бревнах грибы растут, да плесень. Вонища! Пойдем, подруг. Сколько стоит? 2,5. Ну, тетя, вы даете. Прям флоридское фэт-шоу. А, Левушка, ну идем, я тебя с Костиком познакомлю. А он не эмигрировал еще? Да нет, визы не дали. Идем, идем. Регина. Шампанское. И в горящую избу, и в клетку с тигром войдете. У вас чувствую жизненные силы. Ой, да какие там силы? Я же вижу. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Вы что, нашу женщину не знаете, что ли? Сидят, как мышки в клетках. Господи, ну честное слово, Виталий Романович, ну если бы я знал, ну уходить, ну хоть прямо сейчас взял. Сейчас или завтра? Алексей Романович, мне гарантии нужны. Вот Шурочку в залог оставляете. Без Шурочки я не могу. Давайте так. Если я завтра папку не привожу, ну, то и меня в полное рабство, и Шурочку в залог. А Кирилла? И Кирилла за компанию. Мальчишка этот просто прелесть. Он меня замучил, честно скажу, своей музыкой. Ты на старика внимание обратила?
Как он старик-то? Старик. Таких стариков вон днем с огнем. Слушай, что ты мне все время на ноги наступаешь? Что-то оно. Ой, хорошо. Завтра суббота. Сегодня же суббота. Ну-ка, Сережка, покажи. О, смотри, такой халтуры больше не будет. Проходи. Тебе куда? Вниз. Ну ладно, пойдем. Вот. Пойдем, говорю. Привет. Давай. Счастливый. Бум-бум. Тихо. Как же так можно, а? Тихо. О, клюет. Ой. Кирилл! Леша, иди сюда. Кирюха, ну-ка просыпайся, взломщик. Вы пришли. Мы прилетели. Ты с кем здесь воевал? Ни с кем. Как ни с кем? А что случилось? Я вышла, дверь захлопнулась. Дядя Володя меня не открыл. Он мне все во время сделал. Что? Я больше не буду. Ты проспала? Ничего не слышала? Я старался. Ой, ты что, что-то потерял, что ли? Да папку эту мне тогда еще Самсонов вручил на хранение. Помнишь? Не помню. И какую такую папку? Папку, которую мне сучил на хранение. Ну, помнишь, он еще взял куда-то? Угу. А сейчас приехал? В прихожей на полку смотрел? Угу. Ну? Чтоб я это забросил. Какого, говоришь, она цвета? Пурпурного. Да ты ее видела? Наверное. У Кирилла спрашивал? Спрашивал. Он в школе? Я надеюсь. Телефон. Телефон. Ты что, не слышишь, что ли? Слышу, Димой. Доброе утро, Виталий Романович. За все, Алеш мой, платить надо.
чем ты со мной будешь расплачиваться? Не знаешь? А ты подумай, подумай, и я подумаю. Лёш, ну ты чего? Ну, Лёша, их ты, голова-голошка. Я ее в глаза не видела, Кирке тоже она не нужна. Ну ты подумай, подумай, если мы ее не видели, значит что? Значит, она здесь. Мы ее найдем, отдадим. И будем жить, поживать и добра наживать. Слинял сюда. Понял. Да ты что? Кирилла украли. Я уверен, что это все идиотские шутки. Я все выяснил, ты не волнуйся. Возьми себя в руки. Послушай, Шура. Ну, все, все. Я поеду сам за Кириллом и привезу его через час. Ты меня слышишь? Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Тихо, тихо вы. Простите, а где Виталий Романович? Кого, сынок? Самсонов. Это ведь 32-я квартира.
Самсонов здесь живет? Самсонов! А, живу, живу. Почитай, 20 лет живу. Здравствуйте. Я на минуточку к вам. У нас во дворе второй день бегает беленькая собачонка. Говорят, что она ваша. Ваша? Нет. Нет? Звонили, звонили по телефону, без конца. А он что, у вас отключен, да? Включите в телефон. Будут звонить. Это я вам говорю. Включите телефон! Включите телефон! Как молодая женщина живет, общается, и телефон отключен. А вы кто? Хочешь получить наследника или как? А кто это? Получишь, когда папку вернешь пурпурную. Какую папку? Где Кирилл? Где Кирилл? Что с ним? Что? Ой, постойте. Постойте. Будет вам папка? Будет, мы ее вернем. Отнеси сейчас ее в гриль, а дашь человека за первым столиком, ага. На левого входа в милицию. Нет, человек. Нет, какая милиция? Нет, не будет милиции. Найдем папку, вернем. А может, деньгами? Слышь, деньгами. Давай 200 000 зеленых. Я очень люблю своего сына. Он у меня очень хороший. А у вас есть дети? Двое? Тем более, вы, наверное, должны меня понять. У меня же Кирилл один, и если... А вот папку мы пока еще не нашли. Но мы ее найдем обязательно. Обязательно. Вы знаете, мы даже не смотрели, что там внутри. Нет, правда? Валюты у нас тоже нет. Это что, шутка, что ли, была? Ну, вот это вот 200 000 долларов. Шутка, да? Я его очень люблю, правда. Вы знаете, у него же ведь нос. Я вас хотела попросить передать ему апельсины. Пожалуйста, а? Знаете, апельсины, пожалуйста. Очень приятно. Пожалуйста, очень приятно было познакомиться. Ваня! А витаминоз передайте, пожалуйста.
Ваня! Большой привет вашему мальчику. Мне пора. Вань, ну где ты ходишь? Папа, мы тебя искали. Да я чашку кофе выпил. Вы так быстро. Папку. Что? Деньги. Папка, деньги. Тюня, это твой. Ну что ж вы, жлобы, Барсика замучили, а? Кого вы здесь видите? Это какой Виталий Романович? Самсонов Виталий Романович. Виталий Романович никогда здесь не работал. Идите, молодой человек, идите. Идите. Неделю уже не работаем. Ремонт, понимаешь? Товарищ следователь, я вам уже две недели подала заявление и никакого результата. Ну как это можно? Уже две недели прошло, я поражена. Ну как это вы работаете? Он голову дурак спрятал. Мы искали, искали. Ногу какую-то нашли обглоданную. Два черепа использованных. Слушай, а может это те, что из морга старуху украли? Да нет, вряд ли. Другой случай. Дежурный 37-го отделения слушает. А, это ты, Танюш? Да, сидим, ждем эти заказы. Товарищ следователь,
товарищ следователь, я не машину прошу найти, а простой велосипед. Сколько можно ходить? Ведь простой велосипед. Товарищ следователь, я уже прихожу к вам пятый раз. А сколько раз я... А вы по какому вопросу? Я по личному делу. Пойдемте, посмотрим мое заявление. Да найдем, не бабы. Да, найдем, найдем. Вы мне все время говорите, найдем, и никакого результата. Вы посмотрите мое... А вы по какому вопросу? Пей. Держи. Шура, держи. Пей. Молодец. И подумай, кому Кирюха нужен, кроме тебя? Во-первых, никто не знает, что случилось с этим бандитом. Они не знают, понимаешь? Никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Тихо, послушай меня. И во-вторых, самое главное, они не знают, что у тебя нету этой папки. Понимаешь? Говори им, что папка у тебя. Шур, да все в твоих руках, просто, понимаешь? Все в твоих руках, Шура. Да. Да, все в моих руках. Это я. Ну как, папочку нашла? Да нашла я вашу папку. Дима Кирилл. Гуляет тут, дышит свежим воздухом. Я хочу его видеть. Это что, приказ? Да, это приказ. Я вам папку, вы мне сына. Ну, видишь, через 5 минут. На стройке, у подъезда, знаешь? Папку не забудь. А вы мне сына. Володя, там заказы привезли.
Я сейчас. Вы пишите, я на пару минут отойду. Что, Юра? Где папка? Мы тут не договаривались. Где Кирилл? Сука, ты... Если я не вернусь, от твоего сопляка только уши останутся. Ладно, скажу, позвони. Телефон, 202-31-54. Шура! Шур!
Шур, ты дома? Открой. Шур, это я, Лена. Выбраться на выходные. Ладно, все, пока, звоните. Никаких условий. Пока я не получу своего сына, вы не получите эту свою проклятую папку. Да. Да, знаю. Знаю. Нет, клиент. Опаздывает девочка. Девочка положена просто. Понятно. Ну, что ты делаешь? 20. Где Кирилл? Где мой сын? Да скажи же! Что, что? Ну ты видишь, у него все поехало! Курск. Ну! Курское направление! Ну! 20 километров! Листай 6! Курское направление! 20 километров! Листай 6! Листай 6! 20 километров! Курское направление! Лесная 6. 20 километров. Курское направление.
секс. Веселенькое дело от бабы Пулю. Шальная баба попалась. Да. Утренняя поспокойнее была. Они у меня все спокойные. Да? Ну смотри, смотри. Я тоже успокоюсь. Куда едем? Да не слушай. Идея на возникла. Какая? А не пригласить ли нам девушку? Гениально. Давай. Усмелее, давай, давай. Девушка, а вам не холодно в гордом одиночестве? Не хотите к нам присоединиться? Василий Иванович, а! Все лунатики. У нас такая компания. Я там жив. Я на даче был, этим летом. Там купался. Рыбу ловил. Да. Карасик, знаешь, таких маленьких. Красный, белый. Иногда даже падали с лодки. И там играли. На юге. Да. Я тоже. Когда мы пошли на рыбалку, нам один дяденька сказал, что он вчера убил гадюку. Когда мы пришли на то место, где он ее убил, она там валялась. Вот такой величины. На следующий день... Нет пушки. Где пушка, дура? Пистолет! Не торопись, ребята. Ну что же это вы, Александр Михайлович? Не хотите нам помочь, а? Друзей вот моих обижаете насмерть. Вы не совсем верно оцениваете ситуацию. Вы до тех пор не увидите своего сына, пока мы не получим то, что нас интересует. Вы не получите ничего. Хотите? Встань! Встань! Нет!
Александра Михайловна. Рано волнуйтесь. Что же мы? Звери. Нет! Нет! Что с ней делать-то будем? Мочить, наверное. Где папка, я спрашиваю? Я не знаю. С памятью плохо. Где папка? Я не знаю. Надо вспомнить. Алёша. Работа нервная. Пиво открывай. Вот в каждом поглотке это последняя банка. Давай завершим дело, ребята, да махнем в Сочи. Вот это идея. Это точно. Это идея. Ладно, кончай болтать. Посмотри, как там нервная. Впечатлительная, как там? Ну что, посмотреть, что ли? Сходи. Детской смотреть? Везде смотреть. Дай-ка ему трубку. А если жена, пригласи ее. Понял, Алеш? Да. Нет, я. Нормальный голос. Телевизор смотрю. Телевизор? Подъезжай. Конечно, похоже. Погоже почему. Две копейки. Двушку. Ну, двушку быстро говорю. Боже мой, Витя. Ну что случилось-то? Как хорошо, что ты приехал. Возьми с собой этого художника. Успеем. Я останусь, дождусь бабу. Сейчас, ты знаешь, я посмотрю, здесь, по-моему, другой вход есть. Угу.
еще одна птичка попалась. Так ближе будет. Теперь куда? Может, в милицию, а? Останови. Останови, мне надо. Я на работу. Я скоро. Будьте дома, позвоню. Откройте. Откройте. Ночное, Александр Михайлович. Ночное. Здрасте. Ночное. Соторопитесь, торопитесь. Ну что? Подождем. Здравствуйте. Это квартира Осиповых? Добрый вечер, извините. Это вас из уголовного розыска беспокоит? Нет, 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 не беспокойтесь. Просто нам нужна ваша маленькая консультация.
Скажите, есть у кого-нибудь рояль фирмы Трисельд? Да. Так, у него есть сын, да? Лет 10-12. Зовут Лев. Лева. Да, телефон есть? Сейчас. Угу. Так. Это я? Я по поводу Кирилла? Александра Михайловна? Очень хорошо, что позвонили. Я уже давно ищу вас. Произошло недоразумение. Ваш мальчик у нас. Кажется, не очень-то скучает по маме. Когда вам будет удобно его? Я могу прислать за вами машину? Да. Присылайте сейчас. Сейчас. Приехала. Мам, ты видела мой микроскоп? А что ты плачешь? А у вас прекрасный сын. Мы уже успели к нему привыкнуть. Слышала, у вас что-то произошло, какая-то история с папкой. Вы знаете, она нашлась. Портфель у Кирюши.
Вы его не ругайте. Так что вы зря волновались. Ну? Вы все-таки вошли в клетку с тигром. А говорили. Это вы, что ли, тигр? Ну, какой же я тигр? Мы были в деревне. Когда мы пошли на рыбалку, нам один дяденька сказал, что он вчера убил гадюку. Когда мы пришли на то место, где он ее убил, она там валялась. Вот такой величины. На следующий день мы опять туда пошли. Там уже было две гадюки. Остановите. На следующий день три. Остановите, я сказал. Я ранец забыл. Я должен довести вас до места. Да остановите, я говорю. Не велено. Я должен довести вас до места. Ну что, непонятно, что ли? Пойдем. Быстро. Мы еще сюда приедем? Нет. Как же ранее? Не знаю я. Нет.